Друзья, я вас всех приветствую. А, с утра, да, какая красотища. Че, мы выбрались на рыбалочку, доделал дела, куча дел дома. ВК у себя в группе дублирую, показываю, кому интересно, ссылку оставлю. Просто писали, где видосы, ВК все рассказываю. Сегодня у нас, наверное, двухдневная сессия. Тест, надо тестить. Новиночки, интересно будет. Хочу разловить. Блесна пришла зимняя на судака. Тоже будем тестить. Будем пробовать. Вчера вот только все пришло, грубо говоря. За вечер быстренько сделал. Напечатал и все. Пробовать судака будем. Леща ловить. Погода, конечно, не айс. Пока строили, жара была. Штиляк такой, блин. А как на рыбалку такая погодка. Я думаю, будет интересно. Что-нибудь да с вами поймаем. Всем приятного просмотра. Так, ну подзагрузились, как всегда, битком. Тут все битком. Сейчас машину ставим и выезжаем. Блин, ну волна, конечно. Как всегда, блин, строили, ну хоть бы немного ветерок, жарко, блин, нет, блин, когда на рыбалку, но нам ничего рыбалку не испортит. Ну чё, погода кайф, ля какая, ё-моё, ля, оп, оп, хоть и якорь пока держит, как назад эти хер его знает. 8 обещали, но это не 8. 8 обещали, но это не 8. Я, наверное, на фиш-платформу не пойду. Ну, хотя попробую. Оба. Мне, блядь, тут страшновато. Там, блядь, ого. Первый такую погоду. Бля, хороший. Че, пацанчик? А пацанчик не готов, а пацанчик не готов. Надежды не было. Да нифига себе небольшой, блин. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, красавец! А на что? На твою. На рабочей приманке от канала на рыбалке? Да. А какая именно? Что за цвет? Хороший. Давай, покажи нам. Нормально встал. Бля, он у нее прям пасть. Зашибись, а что? Бери, пацан. Кто там? А, это, да. Давай, пацан, уберу. Опа. Бля, как он захватил его, а? Шарахнул хорошо. Нормальненький, нормальненький. Прям уже голодными не останемся. Да. Лё, он прям в пасть эту. Ну вообще голодный. А где мой голодный? О, кому хорошо, да? Вот кайф вам там. Согнали нас с удачего места. Угу, фу. Дизелек, запах. Ух ты! Давай, давай, древка! Кажется, что там за идиоты, блин? Такую волну, блин. Зачем все равно? Люди ходят. Так, Денчик, если что, лови. Что там не выйдет? Че, я уговорил своего первого судака? Да я возьму так. Вот оно, первый. ЧПТЛ.
Короче, цвета, только вот что-то темное, вот этот цвет. Лох, да, как называемый? Что-то темное, яркий вообще не хочет, да и уже стоим, наверное, не знаю, минут 40, просто так кидаем. С той точки с первой сошли. Были еще поклевки, тут пенек, в пеньке сети. И вот отсюда идут поклевки. Были у меня еще поклевки тоже, вот чисто на вот такой вот темный цвет. Пал, машинка, зеленка с красным, все молчит. И своих новых я не красил много там. Ну, такие ходовые самые цвета покрасил. И все. Поставили секретное оружие. И, как всегда, оно сработало. Да я, наверное, возьму Денчика. Ну, вроде так, ну, едовой. Красавец. Хорош. Вот, чтобы кто что ни говорил, да, придумывай приманки. Вот есть она рабочая и есть. Вот ничего лучше не сделаешь. У меня, ребят, есть три вида моих приманок уже. Но ловят они также. Ну, просто ловят. Охота сделать, чтобы вот так поставил копыта. И ты уверен в этой приманке. То есть у любого, мне кажется, из вас есть... Сейчас уберу, чтобы ветер не мешал. Говорю, есть у вас у любого, по-любому, три приманки, которых вы вешаете всегда. Ну, начинаете с них. И охота сделать такую приманку, чтобы она была четвертой. То есть вот у меня есть виды какие-то приманок уже моих. Они, ну, ловят, да, ну, ловят, как обычно. А вот, допустим, если копыта взять, вот это, да, машинка, да, стандарт. Я всегда на нее ловлю, разбирает ее. Я знаю то, что я эту приманку повешу, я вот поймаю судачка. И вот охота сделать. Не знаю, вот сейчас пока свою кидал, ни хера. Походу, она у нас опять уйдет просто. Но ничего, у нас еще есть идеи, я думаю... сделаем. Ну и рекламируем мы свои приманки без паноптикса. С паноптиксом можно и на шлепок ловить, да, есть там видео на ютюбе. Оба, красавец, залазь. А самое главное, что Денчик сработало, нытье. Давай назовем приманку в натуре нытье. Нытье. Во, мы вчера думали, кстати, все, ребят, приманка называется нытье. Все, нытье. Не, я ее сейчас разловлю. В натуре нытье. Еще что в копыте, ребят, хорошо, это не тиога. На тиогу тоже клюет судак, но клюет на нее мелкого много. А вот на копыта как-то все равно побольше берет. Хотя размер у них одинаковый, 7,5 сантиметров, да? Но вот на копыта берет побольше почему-то. По идее, уже большая часть приманок уже придумана. Можно, да, что-то придумать лучше, я думаю, но это все сложно. Ловят они все. Все их с паноптикса можно разрекламировать хорошо. В натуре нытье, блин. Не, место мы еще не обкидали. Место мы еще не обкидали, говорю. Ну, чопик. Я думаю, можно постоять. А мы сидим, ребят, гадаем, лодка нас задавит, катер он или нет. А место еще не обкидали.
Сейчас будем смотреть. Если что, увидите. Всем пока. Всем спасибо за просмотр, да? Увидимся. Все мы там увидимся. Но место выбрали такое. Сушимся немного. Дровишки есть. Тут у нас получается плавный поворот. И я думаю, будет на нем ништяк. Там такие места, никого вообще не было, даже костра нету. Дровишки есть. Раколовки вон есть. Сейчас кушать приготовим и уже на вечерку попрем. Пробовать. Не дает волна ловить, даже на точку не встанешь. Волна, ребят, дует. Не можем закинуть. Смотрите. Сумка блогера. Интересно было? Смотри. Какой тебе тенчик нужен, правда? Короче, сейчас еще часок. Если ни хера, то завтра на судака чисто попрем. Денчик попросил провод ему найти. Сейчас будем искать. Кофе заварили. Мясо поели. Ну, блин, леща охота половить. Ну, погода. Погода нам не дала. У нас стояли маяки. Маяки по-любому надо выдернуть, заделать. Так что вот так вот. Ничего, завтра чем поймаем. Всем доброе утро, ребят. Только выскочили. Волна опять та же самая. Ночью что, за банчики еще были. И все, сейчас с утреца встали, кофейка хлебанули. Выскочили на судака. Волна не дает, всю ночь он дул. Не ловить не давал. Ни ночью, ни днем. Но сегодня в ночь вроде чуть потише. Не знаю, наверное, попробуем ночь сегодня еще. На точку встать нельзя. Сдувает сразу. Где якорь зацепится, там, грубо говоря, и останавливаемся. Куда-то. Ух ты. Денчик. Ой, какой красавец. Ага, держу, держу. Ну, удар не очень был. Ой, какой. Иди-ка, папочки, такой мой сладенький, маленький, такой пузатенький. Судачело. Да. Ну что ты? Машинное масло захотел? Такого можно взять. И теще отдать, да? О-о-о! Тише, тише, я думаю, что такое, такое тихий. Кабанючка.
Ля, как он ее взял, ребят, хорошо. Блин, ну удар такой не очень был. Еле-еле. Ой, красавец. Сейчас мы тебе пофоткаем такого малыша. Не знаю, кило, наверное, 3,5 по четверочку. Ах ты, пусть тебе как разбил. Все, домой. Да. Ну еще бы ударил бы он по-пацански. А не вот это пик. Ну потянул хоть хорошо вниз. 26 грамм. 26? Да, поставил. Да ну нафиг, пускай стучит. Ловим, ребят, это Максимус у нас. Тест сегодня жесткий у нас. 10.42 подаст хэнбрау. Ну вот шьет хорошо. Понравилось. Это ответ на рвал, я так понял. Ну, например, с аргументом сравнивать. Аргумент помягче, вот этот пожестче. Поинтереснее палочка. Что это? Завелся? И катушечка вот мне зашла, кстати, вот эта. Ага, он тоже зацеп. Какие-то коряшки там. Нашу надо сейчас разлавливать, ставить. Косоглазочку. Катушечка вот название. Советую. Прям зашла. Что? Крючка нет? Да без крючка кидать. Зачем рыбу травмировать? Поклевки будут-то. Ну все, видишь, джит какой. А, он старенький. Людей вообще никого. Все ребята разъехались. Резинка одна пыталась выплыть. Одна уплыла, да, куда-то фиг его знает. Одни выплыли, покружились об берег и подумали, наверное, что это им не нужно. А что, брызги, холодно. Да и волна такая неприятная. Назад шли сюда по волне. Под залива чуть-чуть. Костюмчик выдержу. Продувается ништяк. Такой мягкий. На флисе. По резине. По кайфу. Ну и мотор уже обкатался, идет получше. Вот туда шли прям вообще замечательно. Идет уже получше, ничего, никаких нареканий нет. У нас гладиатором 20-ка, да? Но сюда просто 30-ка 100%. 100% под наши условия. Одному можно плавать. Если один кто-то ездит, чисто на джик, не надо ничего перевозить, то ништяк. Он гладиатора 20-ку ставит и погнали. Работают они ничего нормально. Хотя сейчас уйму китайских лодочных моторов, но эти вроде как уже проверенные годами, людьми. Что ты ее же будешь делать? А, машинку? Ну, в глубине, да? О, это он! Ни хрена он что сделал? Ого! Щука! Ни хера она дала! Тут щук-то не было никогда. Я думал, судачил.
На, сопливую поймали. Давай. Будешь ее забирать? Да. Да. А что она, полторушка, да? Да, нормальная сючечка. Так. Ты сможешь ее взять, пожалуйста? Я вот ее сфоткаю. Он прям со свала, понял, падает. Я сейчас жду, сейчас как упадет приманка, понял? Со свала. Вот частенько щука так, когда... Как давно? На падении, блин. Начинает падать. Я думал, судак хорош. Ова. Почему-то я подумал, что судак хорош. Он стоит охотиться на мальчики. Начинает щучка появляться. Блин, ну раньше, я помню, вообще не редкость было. На Дон тоже вот прям еще давно-давно, лет 5 назад, наверное, я ездил. Пятерочки, четверочки всегда щупу кто-нибудь. Ну даже не я там, а с кем едешь там с товарищем. Щуку ловили. Давайте офсеты поставим. Да, уже около десятка. Вот если бы сам бы не производил бы приманки, вот бы это была бы дорогая рыбалка. Чего? Да говорю, сам бы, если не производил приманки, дорогая рыбалка была бы. Да. Считай, что одно отрываешь, все, соточка. 10 штук за рыбалку можно оторвать. 1000. Любимая тилога. И рыба, и людьми. Зацеп. Не, зацеп я протянул. Она как начинает там чистить. Подымайся. Подымайся, свин. Возьмешь? Блин, офсет. Не буду это. Не буду сильно давить. О-о-о! Давай, давай, давай. Подымись хоть посмотреть. Боюсь, офсет. О-о-о! Я оторвать опять хочу. Мне только посмотреть. Подымись. Сразу я выпытаюсь брать. Да что ты, фрицо? Ё-моё, кто там? А, он забагрился. Фу, блин, я думал, там что-то... Что-то хорошее. Спасибо. Он придавил, гад. Фух, понянечки. Составил чуть-чуть. Он придавил, ребят. Уже становится поинтересней. Рыбалка хоть какая-то. Ну-ка прокатаем. Что, ты оторвал опять? Да. Возьми офсету на меня. И все.
Да, там, там якорь. Красавчик. О, соскочил. Фух. Есть дома. Берет на наше знаменитое машинное масло. Авторское, так скажем. Да, кто не знает, делаю приманки для зимней рыбалки, блесна, силикон, большое количество, выбор. Можете написать, я вам соберу ходовых вот на судака там, да, без проблем. ВК-группа у нас там, все. И сейчас еще будет новинка же, блесна, но не получилось, видите, погода не дает протестить ее, посмотреть, как она вообще себя вести будет. Ну, такой, смотрите, довольно неплохой экземплярчик. Такой дерзкий. Дерзковатый товарищ. Черный. Ух ты, тяжеленькие. Шьет вроде тоненький такой, но не гнется. Да, кстати, ребят, на Озоне приманки наши появятся. Ле будет заниматься, оставлю ссылку на Озон, можете на Озоне наши рабочие приманки теперь смотреть. Стороны вообще яма? Где? Там, да. 9 метров. Машинка что-то вообще ни на что не хочет, вот чистый телога работает и все. Ну все, выскочили. Судачка подловили. Сейчас будем закидывать. Оба, хорошие такие судачки. Все грамотные. Кабанчики вот. И лушки, полторушки. Ну все, слава богу, мы на берегу. Болтает, конечно, здесь. Вот. Шашлычок пожарим, места поедим.
И в ночь уже будем накидываться на леща. Взяли сумочку, подсолим судачка. Леща сейчас самое время солить рыбу. Но ветер все равно. Болтанка идет, но уже потише. Думаю, в ночь стихнет все равно. И становится у нас уже прохладно. Ветер прохладный. И что-то сегодня градусов 9, что ли, обещает. Ну, может, как следующий будет брать такую погоду. Поглядим, что будет ночью. Лещишка, походу. Ля, какой лещ. А, сазанчик. Я сказал сазанчик. Опа. Сазанчик. Ну, у тебя там пучок добренький, да? Ну, как я с ним там был. Ну, я к тому, вот что это. К тому, что это. Ну, крупный ты, наверное, тоже может взять. Это кто? Смотри, нападет. Ты видишь? Ни хрена она здоровая. Иди отсюда. Хомяк, блин. Побежал, блин. Слышь, вот бы тебе на плечом залез бы, ты бы стоял бы и не понял бы, блин. А я не пойму, что за херня такая, блин. Он уходит. Фрикцион уходит, смотри. Не останавливается. Ну, с таким поводком я не вытащу так. Кило и 8 разрыв. Просто он в глубину уходит. Наверное. Я его только на бровку вытащил, блин. И все, и он пошел туда. А ты в шлепках, да? Я пока не могу ничего сказать. Да чтоб поводок не перевязывать, тут подстраховать. Если лещ, то хороший лещ. А так, может, сазанник маленький. Вот гадина. Че? Да куда-то завел. Ну иди, давай. Сюда он лески вымотал, туда увел меня. Да что тут опять? О-о-о, сопротивляться стал. Уже тут близко он, видно, по-моему, его. Блеснуло что-то белое. Давай, давай, ну иди. Ой-ой-ой.
Ля-ля-ля. Не хочет сюда, все. Ага, ага. Сазанная. Ля-ля-ля-ля, что вытворяет. Все, пошел. У тебя поклевка, да? Не остановишь. Видите, еще такой ветрищенный. Думали, подтихнет. Опять туда завел. Это ты мою на? Я в тот раз на пятак вытащил. Да? Ага, на такой фидер. Ну тоже минут, наверное, 30-20 я с ним боролся. Мне. Все, пошел. Вон он, белый. А, опять уводит. Блин, а может даже лезть, что ли? Ну, уже хапнул воздуха, иди сюда. Не пойму. Может, лещ такой. Бля, не поднимается, не видно его. Хоть покажись, да? Куда он повел? Кто? Ага, почувствовал берег. Я его поднять, ребят, не могу. Паровозный. Бля, опять куда-то пошел. Ну да, лечь бы, наверное, ля-ля он. Просто идет, во. Даже не показался кабан. Охренеть. Вот такие моменты он всегда, оторвал мне. Ну я тут обрезал об камни, скорее всего. Я за это переживал. Да, борьба. Ну я думаю, кило 3-4, наверное, было там. Кило 3-4 было, наверное. Я только хотел, думал, блядь, пойду здесь. Крючки, ребят, такие вот использую. Все, нету. Интересная такая форма, небольшой. Да, печально, жалко, конечно. Кило 3-4 сазанник был. Чуть он один раз поднялся, хапанул воздуха и все, и потом сразу в бок пошел. Насадка была червь и кукурузка. Опять, ребят, это сволочь. Опять он поводок мне оторвет, короче, наверное, вытащу, покажу, а то сейчас опять 3 часа будем его мотать тут. Тебе пошел. Достал сазан. Тоже не поднимается, не показывается. Ага, все. Понял, что берег запаровозил. Даже не видать, да, его? Ай-яй-яй. Нахер ты берешь? А? Я
Сейчас от камня опять обрежет. Хороший! Вот это кабан! Охренеть, кабанюка, да, был? Хороший, килограмма 4-5. Да, кило 3-4. Фух, а тот больше был, на. Охренеть, что творится. Самое обидное, да, ждешь леща, клюет сазан. Мне. Поедешь на сазана, будет лещ клевать, как всегда. Мне. Что у нас получается? 4 отрыва сазанки. Ну вот этот последний, хороший прям, видели его. А того я чуть приподнял, но тот сильнее сопротивлялся, тяжелее было. Ну, это, наверное, нормальный сазан, в принципе, едовый. Осна сейчас закинешь на сазан, он не будет на нее клевать. Время уже 3. Скоро собираться будем потихоньку. Не, если бы так себе бы, я бы, наверное, взял. Да, 30. Ну вот и все. Закончилась наша еще одна рыболовная история, да, так скажем. Ветер херачит, не дал нам отловиться спокойно, но дела никуда не пойдут. Мотор жалко, блин, вообще еле плыли, сейчас еще нагрузили. Она вон вся битком, лодка. Так что 30-ку 100%. И сюда уже прям, вон вода, все в воде там. Помпу надо сейчас подсоединять, сливать. Ну и что, нормально, по судаку оторвались. Планы были леща попробовать, потестить приманки, новые места поискать, но с таким ветром особо поискать что-то не получилось. Но все равно рыб поймали. Так что такие вот дела. Все, ребят, всем пока. Жду в группе ВК. Скоро там новинки выйдут. Пока.